В нашем клиническом центре есть возможность проводить регистрацию активности мышц беспроводными датчиками. Преимуществом данной методики является то, что компактные сенсоры обеспечивают полную свободу движения пациента и предоставляют возможность проводить регистрацию в условиях выполнения функциональных задач. Единовременно регистрируется сигнал с 32 мышц, что является важным для определения эффективности и динамики реабилитационного процесса.